Всем добрый день! Сегодня я буду готовить насыпной пирог. У меня он будет с тыквой. Это насыпной пирог от Самвела. Наверное, все его знают. Его канал называется Савелий Ад. Начинаем готовить. Всыпаем манки, чуть больше полстакана, столько же сахара. Добавляем разрыхлитель, соли на кончике ложки, муки 250 грамм, все это хорошо перемешиваем. Это будет сухая смесь для нашего пирога. Пропорции я еще напишу в описании. Сахар добавляем по вкусу. Застилаем пергаментную бумагу, чтобы наш пирог потом не прилипал. Наливаем немножко масла и размазываем по всей бумаге. Очень хорошо размазываем, чтобы наш пирог не прилип. Форму убираем в сторону, занимаемся маслом. Масло это сливочное, натираем на терочке и убираем пока в морозилку. Тем временем занимаемся тыквой. Тыкву нам нужно натереть на терочке. Тыкву я натерла, получилось вот столько тыквы. Я ее переваливаю в большую чашку, чтобы было удобно перемешивать. Добавляем в тыкву корицы. Ну, это тоже по вкусу. Мне очень нравится корица, поэтому я добавляю. Сахар тоже по вкусу. Я добавляю меньше полстакана. Все это нам надо хорошо перемешать. Итак, подготовленную форму, смазанную маслом, мы насыпаем нашу сухую смесь примерно толщиной сантиметр. Можно ее потом слоями разравниваем. Сюда же сверху добавляем натертое масло. Оно у нас с морозилки, холодное. После того, как добавили масло, выкладываем тыкву. Здесь я положила всю тыкву, а можно слоями. Вот можно было слой тыквы и слой смеси. У меня вот так вся тыква, а сверху теперь смесь. Высыпаю остальную смесь. Она все хорошо. Тыква очень сочная. Влаги больше я никакой не добавляла. Все это очень хорошо пропитается. Сверху выкладываем остатки масла. И в завершение присыпаем еще немножко корицы. Ставим в духовку 150 градусов на 35 минут. Итак, ждем 35 минут, достаем пирог из духовки, проверяем сухой палочкой, пирог готов. Вот так легко можно на бумаге его достать. Режем, он очень мягкий, с хрустящей корочкой.
Итак, начинаем пробовать. Первый кусок пошел. Второй кусок. Итак, пробуем пирог. Он очень вкусный. Вы знаете, нереально вкусный. Пробуйте, дорогие хозяюшки, готовьте. Можно с яблоком, можно с тыквой. С чем угодно, но это очень вкусно. А какой аромат стоит по всей квартире? Это тыква и корица. Это очень вкусно. Итак, насыпной пирог готов. Мы его попробовали. Он очень вкусный. Пробуйте, готовить. Целый кусок буквально проглотила. Забыла, что чай надо налить. А теперь вспомним недавно прошедшее лето. Цветы, какие они были красивые. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться, ставить лайк. До встречи!